В канун старта Дней Якутии в Санкт-Петербурге на площадке информационного агентства ТАСС прошла встреча Егора Борисова с журналистами. Руководитель региона отметил, что город на Неве и Якутию объединяет не только многолетняя дружба, но и совместная судьба, начавшаяся еще со времен Петра Великого. Борисов также рассказал, что жителей и гостей северной столицы ждет насыщенная программа. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Задать тему для обсуждения могли как собравшиеся журналисты, так и зрители онлайн-трансляции. Актуальностью пользовался транспортный вопрос, вопрос развития туризма в Якутии и бюджет республики. Журналисты также не обошли стороной и нашумевшую ситуацию с жестоким обращением с животными. В частности, говорили о распространившейся в социальной сети фотографии собаки и нападении животных на девочку. Преподнесли, как будто это хозяин каким-то образом выбросил на улицу. Вот я вчера отреагировал, сказал, что все-таки мы должны осуждать, что к северянам относиться не так, как там преподнесли, а все-таки мы должны как к нашим братьям относиться. Но с другой стороны, мы должны понимать, что эти звери превращаются иногда в зверей и нападают на людей. Значит, нам необходимо быть ответственным каждому, чтобы этот зверь был под контролем. Значит, надо осуждать и тех, кто это допускает.